Adèle Safine. Vladislav Sapunov. Ila Rogowski. Ivan Miroshinchenko. Ruslan Gazizov. Это непередаваемые эмоции. Такое может быть раз в жизни, а может быть и не раз. Но сейчас все очень счастливы. Сплотились командой. Мы играли до последнего. То, что выиграли с большим счетом всех. Как бы. Залог успеха была дисциплина и сплочение. Хорошая игра, хороший соперник. Просто где-то реализация у нас получше была с моментами. Где-то они больше ошибались, удалялись. Но и мы реализовывали моменты, и так получилось все удачно. Счастье, гордость за свою страну. Но неописуемая радость. Ну а так пока пустошь, просто радость переполняет все.